На совещании также отметили, чтобы повысить эффективность земледелия, государство будет развивать мелиоративный комплекс. Растительные системы получат электроэнергию по льготному тарифу. В этом году планируется в два раза увеличить площадь поливных земель, больше всего сразу на 1000 гектаров в Рыбницком районе. Еще одно изменение. С этого года земледельцы за одну и ту же услугу будут платить одну и ту же цену – 61 копейку за кубометр. Это льготная цена. Это государство идет на практически дотации для тех, кто хочет заняться сельским хозяйством на орошаемой такой основе, на интенсивной. Потому что для примера, там, той же Молдавии, там порядка в 5-6 раз дороже стоит тот же куб воды.